Привет всем! Рада снова приветствовать вас на нашем пути к самопознанию. Сегодня я хочу поговорить о чем-то очень личном и преображающем, о том, как вера может изменить вашу жизнь. Для начала давайте проясним, что я подразумеваю под верой. Это не обязательно связано с религией. Это может быть ваша глубокая убежденность в чем-то большем, чем вы сами. Это может быть Вселенная, человечество или даже просто чувство цели. Итак, почему вера так сильна? Когда вы верите во что-то большее, это дает вам чувство направления и смысла. Это как путеводная звезда, которая ведет вас сквозь самые темные ночи. Независимо от того, насколько тяжелы испытания, вы знаете, что есть что-то, что присматривает за вами. Для меня моя вера стала моим якорем. В моменты сомнений и неуверенности я обращаюсь внутрь себя и соединяюсь с тем божественным присутствием в моем сердце. Это чувство покоя, уверенность в том, что все будет хорошо, что я именно там, где нужно быть. Вера также обладает удивительной способностью объединять людей. Подумайте об этом, как часто вы чувствовали мгновенную связь с кем-то, кто разделяет ваши убеждения. Это как будто вы часть большего сообщества, духовной семьи, которая поддерживает и вдохновляет вас. Но давайте будем честными, вера – это не волшебная палочка, которая заставляет все проблемы исчезнуть. Это путешествие, наполненное взлетами и падениями, испытаниями и триумфами. Что делает его ценным, так это рост и преобразование, которые вы испытываете на этом пути. Одна из самых прекрасных черт веры – это ее глубоко личный характер. Это ваши собственные уникальные отношения с Божественным. Никто не может определить это за вас, и именно это делает ее такой особенной. Поэтому я призываю вас исследовать свою собственную веру, какой бы она ни была. Посмотрите, как она может изменить вашу жизнь. Примите ее, взращивайте ее, и пусть она направляет вас. Спасибо, что присоединились ко мне в этом путешествии. Если это видео вдохновило вас, ставьте лайк, делитесь им и подписывайтесь на канал. До следующего раза. Будьте благословенны.